Counter-Strike — это мое хобби, занятие, профессия. Моя самая главная цель в этой игре — стать лучшим игроком и лучшей командой в мире. У меня было два самых главных турнира. Первый — это был ESL One Köln, когда я играл с Liquid. А второй мой турнир был ESL One New York, когда мы выиграли с нами. Победа на ESL One New York очень была важна для меня, так как я только вступил в команду, и мы сразу же выиграли турнир. Я очень рад, что мы добились этой победы вместе. Девайсы для каждого профессионального игрока очень важны, особенно мышка и коврик, так как это больше всего влияет на стрельбу и на уровень игрока в команде. Лично я использую Zovi Z13, мне очень комфортно с ней играть, очень легко меняется сенса в этой мышке, очень легко настраивается DPI, и очень хорошо сочетается эта мышка с именным ковриком, который я использую. Каждый игрок, который использует какую-либо мышку, он должен правильно ее настроить. В Zovi это очень легко. Когда ты вставляешь USB, у тебя автоматически появляется тысячная игроцовка. Это очень удобно для каждого игрока. На других мышках намного сложнее. То есть ты должен скачивать какую-то программку, чтобы настроить свой DPI и саму игроцовку. Мой совет для всех начинающих игроков и игроков, которые играют в эту игру: все время тренируйтесь, и не вы будете искать команду, а команда сама вас найдет. Мышки Zovi настолько качественные, точные. При клике ты как будто переносишься в реальную жизнь. Ты чувствуешь выстрел, нажимаешь на спусковой крючок. Это реально крутые ощущения.